Все-таки я проехал сюда. Сейчас буду вот эту траншею прокопать. Прорвался я сюда кое-как. Ну, должен выехать. Сейчас прокопаюсь. Эту. Тут чуть-чуть подзаровняю и сюда поеду. Должен выехать, не провалился. Передок стоит на жестком, нормально все. Все, копаем. Приходится шагать, видите, проваливаюсь, буксую сразу же, то есть переставляюсь еще с экскаватором. Ну, не могу еще, сейчас буду вот так копать, вдоль ямы не могу копать. Смотрите, GC-битка стоит. Так, кто-нибудь так переезжал, чтобы... Через канал хочу переехать, поднял кун вверх, интересно. Полетит, полечу я или не полечу? Ну, я типа хочу, чтобы колеса передние не провалились. Канал. А хера два. Проваливается. Я думал, сейчас не провалится. Поняли? Типа, думал, в воздухе будет. Может быть, конечно, если телескоп выдвинуть, может быть и получится. Сейчас попробуем. Просто интересно. Перевесит он меня или нет? Ну, допустим, вот так вот. И теперь поднимем кун на всю. Как они там делают на выступлениях? Не, мне кажется, нихера он не это. Ни передок не полетит. А не, летит передок, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе! Видали? Он поднялся на козла! Так, тогда мы сейчас кун немножко опустим. О, поняли? То есть таким образом можно передком проехать над кучей. Я сейчас переезжаю на ту сторону. Смотрите. Оп. Переехал. Переехал я. Теперь за ткун переедем. Попробовать нам надо. Я телескоп заебал. Не убирается, падла. Понятно, почему сюда заказов-то нету. GCB он стоит у чувака. Заказов сюда нету. То есть как бы все. Раньше были заказы, а сейчас никто ничего сюда не заказывает. Потому что кто будет заказывать, если есть GCB стоит. Правильно? Вот я так думаю, что никому ничего не надо из-за этого. Я думаю, что заказов, блядь, нету нахуй. Так откуда они возьмутся, если здесь есть GCB? Так, сейчас приведем трактор в порядок. Ой, блядь, ужас.